сюда. Так, девочки, подойдите поближе. Это само собой после обеда. Вот и отлично. А теперь смотрим внимание. Видите, коробки, да? На каком языке написано? На английском. Вот. Откуда посылки пришли? С Не совсем. С России. Не совсем. С Украины. Не совсем. Вчера привезли эти коробочки мне, вот, кстати, Евгений, на адрес которого приходили они. Открыл, достаю. И как вы думаете, откуда? С Германии, с Лейпцига. Вот так вот, да. Молодцы. Как оленята добрые, гордые, дети без папы и без мам, души свои от всех прятали, но доверялись нам. Снится сон, мама за руку возьмет. Дорогие дети, воспитательницы в детском доме-интернате в Ялчевске, очень надеемся, что отряд Мозгового сможет вам передать эту посылку. Мы от всей души хотим вас поздравить с наступающими зимними праздниками. Желаем вам здоровья, много радости. Особенно хочется выразить надежду на то, чтобы 2015 год стал мирным для всего Донбасса. Мы очень за вас переживаем, сочувствуем и не хотим терять надежду на то, что все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями. Лена плюс Лена. Клаус плюс... Нет, здесь. Ну, это немножко. Германия. Да. Лешка, по-моему. Ну, вот. Значит так, я обнаружил здесь эти открытки и понял, что это, скорее всего, вам однозначно. Поэтому разбираем это. Я помню так, если ко мне приходила посылка, я начал ее дербанить сразу. Все. За руку возьмем и с собой навсегда отсюда уведем. Мы пойдем с ней по морю из цветов, и во сне я отдам ей всю свою любовь. Спасибо, 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 Германия, спасибо, Лейпциг. Снова рассвет и снова развеются эти волшебные сны. Но дети верят, дети надеются, что будут мамам нужны. Если мы все за них помолимся, сбудется этот сон. Снится сон, мама за руку возьмет и с собой навсегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней по морю из цветов, и во сне я отдам ей всю свою воспитательниц. Вот так. А что, это игра, наверное, да? Не, я так думаю, что это коробка конфет. Да. Мы пойдем с ней по морю из цветов. Нет, два часа уже представление. 12 сбор, загрузились и поехали. И поехали. Я больше еще не скажу. Спасибо, Лейпциг! Спасибо, Германия! Привезли эти коробочки мне, вот, кстати, Евгений, на адрес которого приходили они. Открыл, достаю.
И как вы думаете, откуда? С Германии, с Лейпцига. Вот так. Молодцы. Как оленята добрые, гордые, дети без пап и без мам. Души свои от всех прятали, но доверялись нам. Снится сон, мама за руку возьмет. Дорогие дети и воспитательницы в детском доме-интернате Волчевска, очень надеемся, что отряд Мозгового сможет вам передать эту посылку. Мы от всей души хотим вас поздравить с наступающими зимними праздниками. Молимся, сбудется этот сон. Снится сон, мама за руку возьмет и с собой навсегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней по морю из цветов, и во сне я отдам ей всю свою всегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней по морю из цветов, и во сне я отдам ей всю свою любовь. Спасибо, Германия, спасибо, Лейпциг. Снова рассвет и снова развеются эти волшебные сны. Но дети верят, дети надеются, что будут мамам нужны, если мы все за них поможем. Посылки пришли? Сам. Не совсем. С России. С не совсем. С Украины. Не совсем. Вчера... Желаем вам здоровья, много радости. Особенно хочется выразить надежду на то, чтобы 2015 год стал мирным для всего Донбасса. Мы очень за вас переживаем, сочувствуем и не хотим терять надежду на то, что все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями. Лена плюс Лена. Лена. Клаус плюс... Нет, здесь, ну это не место, Германия. Да. Здесь по-моему. Ну вот. Значит так, я обнаружил здесь эти открытки и понял, что это, скорее всего, вам однозначно. Поэтому разбираем это. Я помню так, если ко мне приходила посылка, я начал ее дербанить сразу. Все. За руку возьмешь.